хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного хлеба из зеленой гречки. Он готовится без дрожжей, глютена и продуктов животного происхождения. Получается плотным, но мягким, с хрустящей корочкой. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить хлеб из зеленой гречки. Лимонный сок можно заменить на 1 столовый л. Яблочного уксуса. Вместо киноа можно взять любую другую крупу, например, ячневую, пшенку или амарант. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте все ингредиенты. Зеленую гречку замочите в прохладной воде на ночь, затем тщательно промойте. Киноа измельчите в кофемолке. Измельчите замоченную гречку с отмеренной водой до однородной консистенции. Жду ваших лайков и комментариев. Добавьте лимонный сок, перемешайте, затем добавьте сироп топинамбура, соль, соду, разрыхлитель и еще раз тщательно перемешайте. Добавьте муку из киноа, перемешайте, влейте растительное масло, снова размешайте. В конце добавьте псиллиум, перемешайте и дайте тесту постоять 10-15 минут. Если тесто останется жидким, добавьте еще псиллиума. Мокрыми руками сформируйте хлеб, присыпьте его кунжутом с семенами льна, выпекайте примерно 45 минут в духовке при температуре 180 градусов. Хлеб из зеленой гречки готов, приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Теперь о составе нашего блюда. Зеленая гречка 1 стакан, киноа 1/2 стакана, вода 120 мл, сироп топинамбура 1 столовая ложка, растительное масло 2 столовые ложки, псиллиум 2 столовые ложки, соль 1/2 чайных ложки, разрыхлитель 1/2 чайных ложки, сода 1/2 чайных ложки, лимонный сок 2 столовые ложки, льняные семечки, по вкусу, кунжут, по вкусу, количество порций, 4-6. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Друзья, до новых встреч!